Вася, Вася. Все так? Да? Евгений Викторович, как проблемы очередности, ликвидирована ли она полностью в Горском районе? Что еще предстоит сделать, чтобы она исчезла во всех регионах? И какой объем средств может быть спланирован на следующий год? Чтобы она исчезла, надо просто работать. Средства огромные, 6,7 миллиарда. Я, как депутат Адмурского района, с особой гордостью могу сказать, что проведена большая работа. Действительно, с пуском этого садика у нас очередной от 3 до 7 лет будет прекращена. То есть у нас все обеспечены детскими садиками. Но мы не только создавали вот такие садики, как этот, не знаете, мы не знаем, сколько это открыли. Аналогичные садики. Ничего, ласточки ходячие. Но мы, наверное, были первыми в области, кто открывал садики семейного типа. Вот недавно мы, открывая сербскую слободу, открыли там наш садик православный. Поэтому это такая была напряженная комплексная работа, которая позволила в итоге результать. Мы первые. Наумова не будет разве? Наумова не будет.